Вот веришь, кто смотрит сейчас, я просто бросил джойстик на диван, и джойстик его сам убил. Я после того, как он нанес урон, перестал играть. Я два раза выпускал эту ебань, чтобы его добить, и он ни разу не сделал удар. Вот ни разу, там остался один удар, и нахуя я выпускал эту ебань?